Об этой игре много говорили, ее долго ждали, и вот, наконец, она начинается. Смотрим этот матч вместе через несколько секунд. Смотрите на EA TV, если хотите знать, кто победит. Долго ждали болельщики этот матч, и вот он, этот день настал. Финал на ваших экранах, в прямом эфире, и смотреть его, а также комментировать будут для вас сегодня Георгий Черданцев и Константин Генч. Манчестер Сити против Арсенала. Большой день, большой матч. Не бывает финалов, чтобы игроки не волновались, чтобы не нагнеталась обстановка и чтобы игроки выходили на поле без желания победить. Сегодня будет много борьбы, сегодня будет много единоборств. Обе команды хорошо умеют мячом распоряжаться. И кто лучше сделает это сегодня, тот и закончит этот турнир с трофеем. А мы его поздравим. Смотрим состав Манчестер Сити. В воротах Эдерсон. Джон Стоунс в защите сыграет с Диасом. Кевин Де Брюйне с первых минут играет с Родриго Касканте в центре полузащиты. И на острие атаки играет Эрлинг Холланд. Бернардо Сильва. Кевин Де Брюйне уходит от опекуна. Хорошо разобрался в эпизоде. Ворота спас, мяч отбил подальше. Все верно вратарь сделал. Идет вперед Де Брюйне. А мяч уже у соперника. А вот это будет очень опасно. Очень хороший повод для обсуждения в медиа и соцсетях дал он перед этим матчем. Посмотрим, как это скажется на его игре сегодня. И оно понятно, ведь он играет сегодня против своей бывшей команды. Думаю, это не должно сказаться на его игре. Игрок, он опытный и должен понимать, что в первую очередь важна игра, а все, что около, должно оставаться вне поля. Кайл Уокер. Фоден. Рубен Диш с мячом. Кевин Де Брюйн. Мяч на фланге, и тут есть свободное пространство. Де Брюйн. Мяч у Холланда. Кевин Де Брюйн. Уокер. Заходит он с фланга. Бернардо. Фоден с мячом. И удар нужен. Браво, вратарь. Спасает свою команду. До ворот уже было недалеко, но мяч отобран. Идет вперед. Бернардо. Мяч потерян. Одна из команд сейчас может выйти вперед. Судья назначает 11-метровый. Это пенальти абсолютно справедливый, а вот карточку судья почему-то не дает. Да, надо, конечно, требовать желтую карточку, и обязан капитан команды будет вмешаться. Лучший момент, чтобы открыть счет. Удар в пенальти, гол! Вот так был реализован пенальти. Смотрим повтор. Удар пришелся в угол, и задумка вратаря не сыграла. Наш матч продолжается. Неужели Арсенал сегодня проиграет? Зинченко. Букайо Сака с мячом, он идет к воротам соперника. Штрафной в пользу Арсенала. В
Мяч в штрафную он направляет. Опасный момент, но вратарь в порядке. Красавец. Да, упускает команда 100% шанс отличиться. Подает Букайо Сака. Отбивает мяч Эдерсон. Какой опасный был момент. Кайл Уокер. Бернарду. Кевин Де Брюйн. Холланд. Что сделает Холланд? Все четко делает голкипер. Вовремя вышел на перехват и спас команду в столь сложной ситуации. Вильям Салибан. Габриэль. Мяч потерян, теперь надо обороняться. Когда мы говорим о характере Манчестер Сити, мы вспоминаем в первую очередь ту самую памятную победу в матче с Queen's Park Rangers в 2012 году, которая принесла Сити долгожданное чемпионство. Да, тогда Манчестер стал чемпионом Англии в самом последнем матче сезона благодаря голу, который забил Кун Агуэро на 95-й минуте встречи. Тогда Сити обошел Юнайтед. Даже не по очкам, а по разнице забитых и пропущенных мячей. Это был беспрецедентный случай. Не удается его остановить в защите. Играет на партнера. Удар пришел. Ну и пробить надо. В первом тайме больше не остается времени. После первой половины впереди Манчестер Сити. Он ведет в один мяч. Нас ждут еще 45 минут игры. Есть у него с кем сыграть в атаке. Ошибается оборона. Это все высокий прессинг соперника. Кевин Де Брюйне. Вратарь отбивает мяч просто и надежно. Букайо Сака. Он стал главной темой для разговоров перед этим матчем. Предстоит ему встретиться сегодня со своим бывшим клубом, где его отлично помнят и очень любят. Болельщики очень тепло встретили его, и я уверен, что такие истории украшают футбол. Да, запомнили его в бывшей команде исключительно с положительной стороны. Отдавался он без остатка игре, и это было заметно. Такой подход к работе никогда не остается без внимания трибун. Поэтому сегодня его болельщики встретили очень тепло. Кайл Уокер. Кевин Де Брюйн. Кевин Де Брюйн уходит от опекуна. Судья назначает угловой удар. Подавать будет Манчестер Сити. Неплохая возможность забить и уйти в отрыв. Думаю, самый популярный человек сейчас на трибунах – это судья. Болельщики, конечно, недовольны его решением. Очень рискованный маневр, но надо было спасать ворота, и он это сделал. Сити угловой подаст. Тренер Арсенала проводит замену. Хорош он в отборе, будет аут. И мяч перехвачен. Мартин Одегард. Отличный шанс есть для контратаки. Потеря мяча закончилась для них. Попытка контратаки. Фоден. Хорошее движение с мячом. Классно сыграно. Уайт. Хорошо укрыл мяч. Джон Стоунс. Стоунс. Йошко Гвардиол. Кайл Уокер.
Де Брюйне. Фоден с мячом. С мячом Джек Грилиш. Защита справляется с ударом. Все возможности для контратаки перед ними. Жезус. Здорово он играет. Очень удачный подкат получился и может за такой дать желтую судья. Желтый игрок. Да, и заслуженный горчичник, довольно грубый фол. Кайл Уокер. Бернарду. Кайл Уокер. Очень рискованный подкат в штрафной площади. Мяч у Грилиша. Можно пробить. Отличное спасение. Вратарь молодец. Бернардо. Еще немного, и все зоны перекроют. Все правильно. Выбит мяч из штрафной. Не получается отдать мяч точно. Перехват. 81-я минута. Рубен Диаш. Кевин Де Брейн. И с мячом он идет вперед. Эрлин Холланд с мячом. Вот это да, как у вратаря получилось спасти команду. Невероятно. Оставляет свою команду в игре. После такого сейва нужно идти вперед на кураже. Мяч у Жереми Докю. Де Брюйне! Опасно, но выше. Хотел забить точным ударом, но немного не рассчитал силу. Две минуты осталось до конца основного времени. Отлично в отборе сыграно. Аут. Мяч в поле, может быть опасно. Попытка сделать навес. Защитник накрывает. Судья показывает на угловой. В центр штрафной пошел мяч. Ничего хорошего уже не получится, хотя могло бы. Штрафной удар Манчестер Сити исполнил. Вот это пас Де Брюйне выдал сейчас. Вот и начался футбольный сезон в Англии. И Суперкубок нашел своего обладателя. Отличное начало сезона для команды и болельщиков. Они сейчас вне себя от радости. Такой старт может сулить большие свершения. Команда победила в Суперкубке Англии и сейчас получит заслуженный трофей. Молодцы! Они, безусловно, рады получить этот трофей. Пусть это и не такая значимая награда, но это победа. И очередной кубок никогда не будет лишним в истории клуба. Ну что, сейчас...